Нет, то, что вы готовы к любой встрече, я просто знаю, какие встречи у вас там бывали, ну, допустим, в той же Чечне. Вот расскажите, я знаю, что вы не очень любите рассказывать, потому что это несколько вы из имиджа своего шоуменовского, но, тем не менее, мне кажется, что зрителям будет интересно послушать. Это совсем из другой жизни, я даже не знаю, было ли это на самом деле. Это было, я знаю просто от других людей. Я вам лучше вот что скажу. Я за много лет своей жизни, мне 68 исполнится через пару-тройку месяцев, таких замечательных, правильных людей, как там, я не видел. И каждый раз я об этом говорил и буду говорить. Я возвращался оттуда с каким-то странным ощущением. Я по-другому смотрел на людей, я по-другому разговаривал. Я по-другому оценивал ситуации. Это проходило с течением какого-то времени. Проходил какой-то период, и мне вдруг становилось невозможно не поехать еще раз, потому что мне хотелось, ну, как наркотик, мне хотелось опять. И я приезжал туда, и опять я становился другим, и ко мне относились по-другому. Но главное, я как будто от них подпитывал что-то настоящее. Видит Бог, но при всем кошмаре того, что называется война, при всем неправдоподобии того, что я видел, грязь, кровь, особенно, и все это сначала очень, как легко понять, романтично, потому что героическое состояние, ты в форме, и вообще все радостно, до первого медсанбата. И спадает пелена, и ты понимаешь, что это не игрушки, и что это не съемки фильма. А еще по первой кампании, когда эти палатки, но какие мужики настоящие. Как все очень правильно и толково. Может, разговоры. Там с обоих сторон. Там знаете, там был, вот я могу привести один пример. Группировка в Ханкале. Я сейчас не помню, какой год. И я приехал, там ставят бортовик, должен быть концерт, а я должен поехать уйти с ребятами по блокпостам. Ну и, естественно, не только я. И все фотографируются там. Автографы какие-то. Передо мной тоже стоят несколько там десятков человек подписывать. Какой-то подполковник солдату говорит. Солдат, извини, ради бога, я впереди стоял. Извини, ради бога. Тот говорит, пожалуйста, подполковник. Да. Ага. Отступает тот, подходит, говорит, спешите. Я распишу. Потом он говорит, давай. Иди. Понимаешь, это такое какое-то, я видел, я ощутил это. При всех вероятных недостатках, которые могут существовать в армии вообще, а в нашей в частности. Но какое-то великое братство тех, кто стоял плечом к плечу, думаю, что... Причем разные рода войск, особенно погранцы, особенно спецназовцы, контрразведчики, вообще вот эта элита, что-то... Вот все сразу у меня уплыли в сторону, все Шварценеггеры, Стивена Сигалы, все куда-то уехало и сделалось каким-то маленьким и ненужным. Ну да, потому что здесь настоящее. Вот слово «настоящий» по-настоящему. Везде. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».